В этом году правительство России выделило нашей области 19 миллионов рублей на развитие школьного туризма. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона, если позволят пандемийные ограничения, проект стартует уже весной. Образовательная программа, которая позволит нашим детям не просто путешествовать по нашей стране с выгодой для семейного бюджета, но и получить очень интересные познавательные знания по нашей огромной, замечательной стране. Туристические поездки не менее 24 часов, то есть с одной ночевкой. Это позволит детям путешествовать с комфортом. Программа стала реальной благодаря участию Белгородской области как одного из пилотных регионов в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Главная цель – повысить доступность путешествий для школьников. Федеральные средства выделены на условиях софинансирования. Минимальная стоимость поездки ориентировочно будет порядка 7 тысяч рублей. В данный момент правительство региона совместно с Ростуризмом и Министерством финансов Российской Федерации разрабатывает нормативно-правовую документацию данного проекта. Подробную информацию о проекте планируют распространять через школы региона.